Привет, друзья! Я увидел, что вам прошлый мой ролик зашел. Так, уже у нас тут нападают на нас. Я увидел, что вам мой прошлый ролик зашел. Вы набрали 4 лайка. Для меня это большое достижение. Ах, меня убили. И, короче, я вот решил тут снять топ-5 самых похожих игр на CSGO. Вот я не знаю, как вам, но мне, в принципе, очень похожа игра. Не только игра, там игры будут. Я их именно буду показывать, да. Ну, как так, комментировать так себе буду. Если, типа, буду слабо комментировать, то этот... Ну, потому что я по-любому буду слабо комментировать. Ну, типа, игра там порадует чем-то, там. Но, короче, будем так. Переходим к началу, погнали. Так, ну открывает наш топ, игра Critical Ops. Ну, как бы, согласитесь, все-таки достойно. Я забыл сказать, у нас не топ этот, не топ 5, а топ 4 будет. Все-таки достойная игра, ну, как бы. Мне она вообще больше всех нравится из этих игр, всех. Но просто поймите, она не клон CSGO. Ну как, там есть что-то подобное, но совсем мало. Поэтому я его и на 5 место поставил. Это ж, я же собираю клоны CSGO, а тут это не клон. Ну, поэтому я поставил на 5 место. Но все равно оно просто похоже. Привет, пацаны. Ну и вот. Капец тут гора трупов. Ну, ребята, игра чем там порадует. Я не буду ее как бы комментировать в этот. Я не умею нифига комментировать. Игра может порадовать топовым, допустим, вот таким как бы падением. Прикольными моментиками. И вообще тут есть как бы оружие. Но тут оружия не так уж прям много. Вообще игра годная. Вы сами видели, я вам тут каждый день не играю, даже рассказывать не буду. Я вообще как-то комментировать не могу. Так, ну ладно. Как там говорят? И это четвертое. И четвертое место. Так, ну на третьем месте игра. Называется For the Game. Я вообще как бы первый раз у меня так играю. Сейчас посмотрим. Он тоже копия КСК, да? Сейчас. Блин, как тут вообще там купить? Типа куплен назад. Ножи. Тут ножи можно покупать? Нифига себе. Стоп. А нож. Типа так. Стоп, подожди, как покупать? Я не понял, как калаш покупать. Извините, ребят. А, вот. Теперь я уж тогда хочу купить. А, ладно, все назад. Так, ну вот. Короче. Да игра, в принципе, нормальная, как видите, не лагает. Тут вообще все классно, замечательно. Тут быстро даже бегаешь. Чё, в принципе, вот на копья крестки. Да. Блин. Даже стендов 2 хуже. Ну как, стендов 2 это вообще? Нифига себе тут жестко. О, тут карта, кстати, похожа, которая есть. Здрасте. Нет? Сзади. Ой. Ничего, такой игрок. Может, я даже не играть буду. Прикольная игра. Или это из ботами? Так, ну. Короче, эта игра была вообще захватывающая. Я и в нее даже, наверное, может, сниму про нее ролики буду играть. Короче, тут, видите. Стоп. Ножи нельзя покупать. А,
А, мне не хватает. А, вот. О, чё, крутая игра. Да, в принципе. Ну и... Там. И третье место. Так, ну, ребята, всем опять привет. Это у нас будет третье, знаете, место. Вот то было второе, да. Ну, потому что там стендов не так сильно похож, как-то, а там вообще было просто. Да. Ну, короче, первое, знаете, какое. Ну, мне первое, как бы, больше всего нравится, не знаю. Может, даже то, которое я поиграл, я же в эти игры как бы играл. Может, даже заменит то, что я сейчас играл, оно заменит то, как бы, первое место. Короче, это будет третье место. То второе, а вот то, которое я уже играл, это будет третье. Ну, игра Standoff 2 называется. Как бы она такая, тоже прикольная копия. Ой-ой-ой. Блин, я вообще не умею играть. Сорян, ребята. У нас какое-то место. Тупо наугад, блин. Чё? Не понимаю. Так, ну. Короче, и третье место. Вот это уже, ребята, первое место. Эта игра называется Counter-Strike. Ну, как бы она... так. Копия поняли? Ой, кто там гасил? Мне она как бы... Это вообще первое место, реально. Ну, она годная. Вот знаете, даже вот... Когда перезаряжаешься... Видите? Это вообще прям как CSGO. Ой. Я в нее тоже так... А, это гейм, боже. Я в нее так себе играю. Да. Ну, как всегда. Ну, вообще, игра чем там порадует. Порадует, короче, то, что она похожа на Counter-Strike. Я жду. Ну, ребята, на этом... Короче, всем... Удачи и всем пока. Ну, у нас вышло, короче, то, что 4 ролика было, но это ничего, да. Это ж ничего, да. Все. Всем удачи и всем пока-пока.